Всем привет, дорогие друзья, с меня Андрюс, и сегодня я вам хотел бы в этом видеоролике рассказать, почему так не было долгое видео. Я старался выпускать видео, но меня забанили на YouTube. Но забанили они меня, забанил меня кто-то некорректно, так как бан был неточным, и в итоге я разбанился. Так как этот кто-то меня забанил, это я бы не смог разбаниться, но если бы меня забанил сам YouTube, а так меня забанил какой-нибудь школьник. Да, и сейчас выйдет новое видео. Ждите. Пока-пока.